Мы, короче, поспали опять 3 часа и приехали на шоколадную фабрику. Добро пожаловать в мир шоколада. Манго и чоколей. Hello? Yes. Он горький? Он горький. This is salty caramel. Plain and this is with cashew. Там кешня. What is the milk? Milk chocolate. In here? No. Вот шоколад запаковывают. Так, а что, это все, что ли? Короче, фабрика сама работает до 4, поэтому если вдруг вы будете на острове Ява, в Джакакьярте, приезжайте до 4, чтобы посмотреть, как все работает, заворачивается и так далее. А сам магазин работает до 6, и мы набрали шоколаду. Закачаешься. А самое главное, это вот это. Вот, я буду ее есть, наверное, не знаю. Это карамель. Кстати, интересно, что шоколад есть, понятное дело, с кокосом взяли, зеленым чаем и с чили. Дедушка у меня любит перец красный. В общем, мы поехали. Как можно любить горький шоколад, я не понимаю. Что в нем такого-то? Молочный, с орехами, вот это да. Или с изюмом хотя бы. Голова болит. Короче, это viewpoint крутой какой-то. Бутугур. Заката, правда, сегодня нет. Ну, он такой, тучи, облака. Мы просто заехали посмотреть. Что тут? Тоже храм буддийский маленький. Самый верх Ратубога я поднялся. Отсюда открывается вид на вулкан, на разные мечети и на храм, который вчера были. А там происходит тачдаун. Это так называемый закат. Прямо на глазах. На глазах real time. Они уже полдня тут то в птичку, то в сандаль, то в сердечко. Кулаки показывают. Зашли в ресторанчик. Тут такой вот вид красивый. Но здесь банкет будет у тех, кто там фигуры всякие строил, фотографировался. А мы пойдем вон туда, чуть повыше. Вот тут мы покушаем. Даже получше. Мне тут больше нравится. Меня уже тошнит от Индонезии, если честно. Но мы приехали в парк, где вот такие вот ящерицы. Посмотрим. Видно, не видно, не знаю. Комоды они называются. Они едят младенцев и какают пони. Вот такие вот ящеры, такая огромная. Вот такие вот огромные тут живут. Они жрут дома. What? Карантин. Все, посмотрели комода ящериц. Их нет, они на карантине. Приболели, наверное. Вот и все. Можете посмотреть вот на этих пока просто. Вот они вот такие вот. Все. Ящерок мы будем кататься на фуникулёре вокруг этого парка 20 минут. Я поднимаюсь шаг за шагом,
На самый верх туда, где тяжело дышать. Нам не по пути, ну что ж, удачи и прощай, брат. Если нам по пути, добро пожаловать на борт шаттла. Я поднимаюсь шаг за шагом. На самый верх туда, где тяжело дышать. Нам не по пути, ну что ж, удачи и прощай, брат. Если нам по пути, добро пожаловать на борт шаттла. Я поднимаюсь шаг за шагом. На самый верх туда, где тяжело дышать нам. Не по пути, ну что ж, удачи и прощай, брат. Если нам по пути, добро пожаловать на борт шаттла. Короче, это вроде как типа мини-Индонезия в островах пары. Ну, небольшие вулканы на островах типа. Иисус! С овечками. С овечкой на руках. А вы любите Иисуса? Как Он любит вас? Улыбнись! Улыбнись! Я за дверь. Улыбнись. Это надо было снимать, конечно. Валерия пришла очень мысль хорошая. Ну, мы разговаривали про пытки там раньше какие. У китайцев была раньше пытка, человека привязывали, приматывали, ему на лоб капала капля воды постоянно. Он с ума сходил от этого через какое-то время. И Валерия так подумала полминутки и сказала фразу. Что сказала? Я сказала, что вот раньше было одно время, а вот сейчас другое время. Раньше было одно время, а сейчас вот другое. Все. А скоро будет еще новое время. Мы приехали в Гонконге в храм 10 тысяч Будды. Все, ребята, хватит.